наверное, оправдается курсы для ЗАЯ ИП и Бабчинский Игорь, заместитель генерального директора по информационным технологиям ДУКА. Под заголовком, что весь СЭМ и не только в одном флаконе. Но сейчас основной проблемой является информационная интоксикация, неспособность учащихся справиться с огромным объемом материала. Многие статьи многолетних исследований в области искусственного интеллекта была построена система сверхсильных математических паттернов. Вот не в математическом образовании, и в целом образовании, а все остальные ситуации похожи на них. И на основе этих идей было подготовлено к запуску пилотный проект школы, мы его называем «Всего», работающий под управлением искусственного интеллекта, который планируется к запуску в 2019 году, и первый элемент я хочу запустить на какой-то. Мы ищем всех учителей и разработчиков, но в зависимости от того, кому это все будет интересно. Хорошо, спасибо.